Приветствую вас, друзья! В продажу поступила новая модель блендингового молотка от PDR Expert. Ее отличие от предыдущей – это укороченная рукоятка, шар на конце меньшего диаметра и новый боек. Боек с удлиненной частью с одной стороны, для того, чтобы было удобно работать на стойках или на каких-то вогнуто-выпуклых поверхностях, потому что короткий боек не дает вам сделать это под тем углом, который вы хотите, рукоятками будет мешать, а здесь за счет длинного носика вы это сделаете. Также носик стал более таким узким, да, для выверенной точной детальной проработки. По-прежнему резиночки для того, чтобы можно было класть на кузов, это очень удобно. По-прежнему карбоновая рукоятка, которая не рассыхается, не люфтит и тактильно очень приятная. Поэтому рекомендую всем, кто подыскивает себе блендинговый молоток, классная моделька, поможет вам эффективно и качественно справляться с работой.